Всего неделя остается до президентских выборов в России. Напомним, пройдут они уже в это воскресенье, 18 марта. Приднестровские россияне не останутся в стороне. В республике в этот день откроются 24 избирательных участка, 5 из них в Бендерах. 18 марта в Бендерах будут открыты 5 участков для голосования. Их адреса известны бендерчанам. Проголосовать можно будет в 11 и 18 школе, а также во Дворцах культуры имени Павла Ткаченко и Шелковик. Впервые голосование организуют на базе политехнического филиала Госуниверситета по улице Бендерского восстания 7. Очень удобное расположение всех участков будет. Все, кто хочет проголосовать, могут на любой участок. Но я думаю, ближе к дому, который участок им понравится, и ближе, туда люди и придут. Кабинки для голосования, избирательные урны, стенд с информацией о каждом из 8 кандидатов. Участки уже оснащены всем необходимым, а избирателей там ждут в воскресенье 18 марта. Участки будут открыты с 8 до 20 часов. В этот же день будет организовано выездное голосование для тех, кто в силу состояния здоровья не может самостоятельно прийти на избирательный участок. Все люди, которые, допустим, не могут проголосовать, я имею в виду те, которые не могут прийти на участок самостоятельно. Телефоны обозначены вот в таких вот листочках. Здесь есть телефоны всех избирательных участков. И с четверга там уже будут дежурить дежурные члены комиссии. А с сегодняшнего дня, допустим, можно позвонить и тоже там запишут данные. Впрочем, приднестровские россияне всегда демонстрируют высокую активность на выборах. Так будет и в этот раз, уверены в русской общине Добрыня. Хотелось бы от себя лично, вот от нашего правления, конечно, пожелать нашим россиянам Приднестровья сделать правильный выбор, потому что от того, кто будет руководить Российской Федерацией, зависит судьба и нашего Приднестровья. Поэтому в России, на мой взгляд, должен быть избран тот человек, который показал, что он умеет руководить, что он делает стабильное государство. А мы, естественно, за то, чтобы Россия была великой и сильной страной. Напомним, для получения избирательного бюллетеня необходимо иметь при себе заграничный или внутренний паспорт гражданина Российской Федерации, либо паспорт гражданина СССР с отметкой о наличии гражданства России.